Военно-патриотическая игра «Зорница» – комплекс воспитательно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основе безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. «Зорничка» – та же игра, но для ребят помладше – октябрят. В свою очередь «Орленок» – всесоюзная комсомольская военно-спортивная игра юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет. И все эти игры в этом году проходят на полигоне «Брестский». Игры проходят в первую очередь для того, чтобы воспитать настоящих патриотов. Людей, которые, может быть, и не станут военнослужащими, вот эти юноармейцы, которые приехали сегодня из всех регионов Беларуси, но совершенно точно в любой момент, когда вырастут, смогут встать на защиту нашей страны, взять в руки оружие, будут уметь с ним обращаться и уметь дать достойный ответ тем агрессорам и интервентам, которые еще помышляют, чтобы эту землю, как и много лет назад, как вы сказали, и во время Великой Отечественной войны, и предыдущих войн подчинить себе, завоевать и превратить нас в рабов. Я думаю, что кроме тех военных навыков, которые получат ребята, они еще смогут, во-первых, подружиться, они смогут поучаствовать в различных образовательных и воспитательных мероприятиях, диалоговых площадках, круглых столах, просто обменяться друг с другом какой-то информацией, наработками, интересными традициями, которые есть у них. Ну и, конечно же, подружиться и обрести новых друзей из разных регионов, переписываться и встречаться здесь снова. Начались патриотические игры с доклада о готовности 21 команды к прохождению конкурсных испытаний. Подарком для участников состязаний стало показательное выступление бойцов 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Солдаты продемонстрировали свое мастерство в различных построениях, рукопашном бою и испытаниях на выносливость. Очередь юных бойцов показать свое мастерство. Ребята должны продемонстрировать морально-волевые качества, военно-прикладные и технические знания и умения. Впереди соревнования в различных дисциплинах. Строевая подготовка, интеллектуальная викторина на знание истории и событий Великой Отечественной войны. Творческий конкурс «Визитная карточка отряда», сборка и разборка автомата Калашникова. Я решила принять участие, потому что меня взяли в первую очередь в команду. Мне нельзя было ее подводить. А были очень длительные тренировки. Я уже 10 лет занимаюсь спортом, ну и как бы, чтобы поддержать свою команду, чтобы защитить честь школы, я решила принять участие. Когда мы тренировались сюда, у нас каждый день была подготовка. Потом, как я захотел, ну, просто нам предложили, я согласился, и мне понравилось. Пришел в эту школу в 9 классе, увидел патриотов, как-то решил попробовать, потому что у меня всегда по физической подготовке все хорошо было. Мне учителя говорили, давай в патриоты. Вот я решил пойти. Первое мероприятие это был вызов, мне там понравилось. Я решил вступить в патриоты. Все, вступил, Орленок, выиграли район, область, сейчас на республику приехали. Думаю, тоже покажем здесь. Какие-то результаты неплохие. Состязания продлятся до 20 июня. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.